Всем привет, с вами Макс Риск. Получен 10 уровень, совет для награды. Так, цены награды. Можно не прокачать, хорошо. Так, тут у нас всякие рекламки. Сейчас мы их уберем. Так, что прокачать, нам нужно 2 часа, да? Усиление города совета, ну все прокачиваем. Да, к следующий ролик у нас будет прокачиваться. У нас будет какой там 8-й? По-моему, да. Так, давайте. Так, какой же? Да, 8-й будет. Круто, круто. Так, что у нас, Питя, воюйте. Мы заметили врага. Вы же помните прошлую серию? Ссылка в описании. В прошлой серии он враг был очень-очень мощным. Сейчас потише сделаю. Почему бы и нет? Или повыше немножко. Вот так стоит. В общем, враг у нас был. Вы же помните его, да? Не, он там 50. Он сидит тут. Так, сейчас будет аналитика. Вон. Так, всего 459 тысяч. А у нас сколько? 26 тысяч. Такое, да? Так, давайте посмотрим. Так, нужно отправляться, так скажем, на обследование. Разведка. Чем можно так делать, тем у нас больше реально заработать там всяких там предметов лучших. Так, они там качаются бесплатно. Вроде бы да, отлично. Давайте еще раз бесплатную штучку. Вроде бы игра очень лагучая. Ну блин, ну что же делать? Что посмотреть тут такого? Маленькая обезьянка. Тут у нас спорс. У нас легендарный, у нас обычный. Блин, что, лагать будет? Будешь? Ау, игра, проснись. Я исчез. Ну, вот. Альянса нету. Я вступаю в альянс, меня выгоняют. Не знаю, что это, он даже играть поставил. Можете оценить в комментах. Так, значит. Смотрим. Там новый герой? Нет. Так, следующий бесплатный бонус 5 минут. Тут у нас не день. 5 минут, все-таки, да, может подождать. У нас есть еще бижетоночки. Так, билет 5x. Еще 5 раз для получения медали эпического героя. Давай тогда мы это сделаем. Или потом. Эпических героев медали. А что будет, если я их получу, то будет обратно так идти? Ну, в общем-то, нужно рискнуть, как я понял, да? Нет. Ну, вообще, пиши в комментариях, мне рисковать вообще, или же нет. Так, говорят, нужно 30 минут ждать. Ну, это ж реально долго. У нас есть ускорительный. Не так уж и много. Ох, 139. Это вообще можно прямо сейчас. Ну, пока что не нужно. Почему так? Потому что ж... Мы не прокачаны. Да. Вот потом, в будущем, когда у нас будут атаковать все армии, нужно быстро качаться. Так, прокачиваем пушки. Так, эта пушка прокачивается. Да, это прокачивается. Все пушки прокачиваются. 2 часа. Тут тоже 2 часа. Все, мы обороне. Буду нападать, сразу буду всех ускорять и прокачивать. Мы станем нереально мощными. Так что лучше к нам не приходить. Это прикольно. Обезьянки, давайте с ним сразимся. Вот атака. Так вот. О, кстати, сколько сила? Общая сила 12535. 10 000. 9 000. Как это так? Ага, ясно. Там у нас по уровню. Так какой у тебя уровень? Я что-нибудь в курсе. А, 7-й. Пошел. Воевать. Но мне что интересно казалось. Так, подожди. Тут у нас есть звездочки, да? Что будет, если я звездочку? Один. Блин, они все обычные. Такое себе. Так, это воюйте. Ну и бам, щит включу. Да посмотрим на бой. Немножко хоть. Да как это вас встретится? Заходим. Это у нас пулеметчики, это у нас обычные обезьянки. Так быстро. Ну ладно. Значит, понятно. Понравился бой, ставь лайк. Также подписывайся, если ты еще не подписан.
Это на этом канале будет выходить Эра обезьян. Игра такая вот. Типа того, конечно, он в переводе она по-другому. Возраст обезьян. Она переводится. Ну, мы хотим назвать Эра обезьян. Тут что это у нас такое, а? Сколько там всего? 23 тысячи. Давай проверим. Тут говорят, что можно увеличивать и ближе включать. А, новичок. Я не думаю, вообще ничего не видно. Только как он такой сильный? Возможно, из-за того, что я не прокачан, да? Окей, будем качаться. Все вроде бы. Всем удачи и всем пока. Так, ну что, стоишь, что ты хочешь, а? И заканчиваем. Потом посмотрим. Всем пока.